Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне предстоит очень интересная пересадка. А история такова. Я купила вот такую вот лодочку кашпо для цветов, предположительно, надеюсь посадить сюда все вариегатные свои красавицы. Их у меня 4, но хочу обратить внимание, почему это невозможно. Вот хорошее, здоровое растение. Они, в принципе, уже все здоровые. Вот тоже, как бы, вроде бы ничего растение такое. Средних размеров. Но есть еще вот такие вот кнопки. Одна и вторая. Это, к тому же, находится на наращивании корней, которые, ну, очень малы, и перед пересадкой все-таки хотелось бы, чтобы они имели стабильную корневую систему, достаточную для того, чтобы вот в таком большом горшке, в соседстве с другими растениями, существовать. Поэтому пришлось менять свое решение, и посадка групповая будет, но будет она совсем с другими растениями, а именно, показываю, это у нас орхидеи клементина, купленные в магазине «Твой дом» по 100 рублей, 13.03. И таких растений у меня 4 штуки. Их нужно по-хорошему пересаживать все. Но я не уверена, что они все войдут в этот горшочек. У них даже у каждого есть свой номер. Вот 132, 134. Вот еще одна клементина. 135. И четвертая — это 136 номер. Смотрите, какая лошадушка, да? Поэтому сейчас нужно будет их разобрать, посмотреть и оформить в посадку, грубо говоря. Возможно, видео придется разделить на две части, потому что больше 15 минут видео не проходит в Инстаграме. Ну да ладно, это уже буду определяться дальше. А сейчас давайте, наверное, приступим к разбору, осмотру и подготовке к посадке. Приступаем. Итак, первое растение. Раскукленные корни, растущие в горшке также. Угу. Что-то мешает. А это корешки оплели нижнюю часть горшка. Вот грибочки, смотрите. Вот гриб. Вот гриб. Вот тут грибы растут. Со всеми этими грибами растение прекрасно существовало. Вот растущий корень, такой приплюснутый. Вот тут жирненький идет. Выросший, видимо, уже в моих условиях, учитывая засохшую корневую при покупке. Да. Напомню, что цветочки покупались уже от цветашки. На них было некоторое количество распущенных цветов, но уже завидающих, потому что они были засушены, пересушены. Их пришлось отпаивать. По хэштегу, думаю, вы сможете найти. Посмотрите, какой кусок прекрасный. А вот торфстакан. Так, аккуратно, чтобы ничего не поломать. Ой, ускакал торфстакан. Внутри даже корни есть. Аккуратно. Да, одно распутывание корней и очистка их от субстрата старого
займет достаточно долгое время. Поэтому я ускорюсь.